Я Федоров Владимир Алексеевич, занимаюсь в школе 3 месяца с Нового года. Вот сейчас возникла проблема скачки давления. Подошел к учителю, пожаловался. Показали мне 3 упражнения, которые я делал. Значит, к примеру, если у меня 175 было выше, 175 на 100, 110, значит, после выполнения упражнений в течение 25-30 минут меряю давление, наблюдалось падение до 140-145 на 87. То есть эффект есть. Понятно, что очевидно на данном этапе упражнение похоже на таблетку. То есть я скину, а главное устранить причину, почему оно скачет. Вот, но тем не менее, да, наблюдается эффект, и так хорошо себя чувствуешь, приятно. Мне 62, будет через месяц 63 года, вот, сдаваться не собираемся, занимаемся, легкость в суставчиках, это вдохновляет. Надо идти не в аптеку, а лучше на занятия, потому что вообще поражает, как вот это направление у нас почему-то совсем не рекламируется. Мы смотрим по телевидению передачи о чем угодно, только не о здоровье, истинном здоровье, и о том, чем надо заниматься. Спасибо, что есть такое.